Добрый день, мои друзья. Не снимала так, как строила домик. Все. Ну, получилось вот так. Сейчас начну затягивать мебель. Как я думаю, там будет мой уголок. Мольберт стоять, стол. Здесь будет кровать. Вот тут, понятно, умывальник. Биде маленькое со столиком. Кулер высокий. Кресло. Кресло для Вильки. Ну и, наверное, кресло для Ральфа. Пока не придумала. Здесь стол. 4 стула. Здесь диван. Здесь, я так думаю, вот это вот икеевская перегородка. Отделить зону спальни от зоны отдыха. Денег на лестницу пока нет, поэтому просто хромом отгорожу. И вот это будет у меня кошачья зона. Пока Мурка не подружилась с Ральфом, придется им городить. Здесь придется придумывать, чем закрыть вот это. И я думаю, вот здесь вот будет телевизор. Там кондиционер. Ну, естественно, высокая шторина. Здесь жалюзи, 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 высокая шторина, жалюзи. Ну, пока так. Сейчас покажу, как на первом этаже получилось. Здесь будет стоять 3 столика, пристенная панель, вытяжка, врезанная панель. Газовая. Здесь, я думаю, будет стоять холодильник и стол для обуви. И так вот будет идти вот так вот лестница. Здесь раковина для посуды. Здесь раковина для умывания. Подвесной шкафчик. Ну и все, и здесь шторка, которая будет отгораживать унитаз и душ. Ну и все. Это вот Ральф осваивает территорию. Так, баня останется прежней. Когда все сейчас затянем, то кетхером все помоем. Вот так, в доме одна батарея, все остальное теплые полы. Теплые полы вот на этот домик вместе с котлом мы заплатили 75 плюс 38 тысяч. Вот такая стоимость получилась. Плитку недорогую я покупала, 395 рублей квадратный метр. Эту тоже не очень дорогую караед покупала, кнауфский. Потолок покрашен с плинтусом. Как раз вот на некрасивом стыке. Вот так вот. Вот эту кнауфскую поверхность я не красила. Потому что когда поставлю мебель, все затащу, уже будет видно, в какой цвет там красить. Но я как Маринка думаю, красить буду по настроению. Все, здесь розетка будет с 3 выключателями. На кухне розетка тоже вот так вот высоко под потолком. Здесь шкафов не будет, будут 2 полки. Ну и все, сегодня 6 ноября. Начинаем сверлить и таскать. Дверь пока есть только вот здесь. Слива вот у меня еще зеленая. А здесь вот двери, вот она там стоит. Двери пока нет. У нас осень, беседку разобрали. Вот сегодня строительный мусор надо будет вывести. Часть кухонных столов я уже привезла. Они вон там стоят под пенофолом. За работу!